Здравствуйте, здравствуйте всем. С вами Сергей Язовский. Типа видеоблогер из Аликанта. Типа потому, что я не матерюсь, а поэтому у меня очень мало подписчиков. Я наблюдал долго за разными видеоблогерами, пока они не кроют матом, пока они не хулиганят, у них очень мало подписчиков. Ну или надо рассказывать о сексе с испанцами, еще о чем-нибудь. Поэтому я типа. Но риэлтор я настоящий. Уже много лет мы продаем недвижимость в городе Аликанте и провинции. И у нас есть офис, фирма, лицензии все и так далее. А этот репортаж наш очень трагичный. Потому что сегодня 4 июля 2017 года этот наш великолепный кораблик Сантиссимо Тринидад по сообщениям из СМИ должны оттянуть буксиры. Где-то я там видел вроде на пирс номер 13. Жаль. Наш кораблик уже давно закрыт от посещений. Потому что при каких-то там контролях мэрия Аликанте запретила его использование, потому как там было что-то обнаружено, течь. Ну, в общем, плохое состояние. Может быть, это связано и с чем-то другим. Нам это неизвестно. Но вы видите, что для посещений он закрыт. Более 5 лет он радовал всех жителей и туристов своей красотой. И вот теперь, если они не договорятся, мэрия и службы, и собственник этого кораблика, то его сегодня должны буксирами оттащить. Жаль. Я по натуре человек очень любознательный. А поэтому пришел сюда с утра в районе 10. Хотел посмотреть, как его будут транспортировать. Любопытно же, чтобы он не упал. Ну вот пока что ничего нет, уже около 11. Насколько я читал в интернете быстренько, собственник предлагал к продаже этот прекрасный парусник за 750 тысяч евро. Ну, наверное, не нашелся покупатель, потому как его ремонт стоит, наверное, значительно дороже. Это мои домыслы личные. Что интересно будет вместо него здесь теперь стоять? Какую-нибудь лодку притащат? Наутилуса? Что-то же должно быть. А то получится пустой пирс очень. Если успею, сегодня запишу репортаж, как его. Если увижу, как его будут транспортировать. Заканчиваю на этом свой трагичный, слезливый репортаж. Заказывайте недвижимость в Аликанте. Мы работаем. Пароходы приходят и уходят. Корабли всплывают и тонут. А агентство недвижимости SpineTour каждый день работает для вас, чтобы вы купили недвижимость и были счастливы. Плюс 34 663 94 5 750. Сергей Язовский, Вивер, WhatsApp. Всего доброго!